Сегодня в нашей подборке странностей мы похотим. Мы похотливые самцы. Так как мы очень хотим показать, что внутри, так как мы очень хотим показать, что находится, так как мы очень хотим показать, что там происходит внутри, а нас... Еще раз. Вручили квитанцию, Вася, и сразу язычок под валидол. Наоборот, валидол под язычок. Блин, давай еще раз. Смотрите завтра продолжение моей селфом... Китайцы. У нас в доме подвал и чердак, Вася, выглядят настолько, Вася, как... Страшно. Вообще запущены? Запущены. Ну, давайте не так пессимистично, да? Ну. Ну так не тронерню что, все спокойно. Здрасте. А мы А в морде заметно подкрался, да. Про уровень. Смешно. Молодец. Ладно. Мы поздравляем Александра. Очень смешно, Александра. И благодарим всех. Всех, вообще всех пользователей Фейсбука. Участвовали, не участвовали, не важно. Все молодцы. Все, Да, спасибо. Спасибо. Все. Мы поздравляем Александра и благодарим. Иди не вынуй со своим мужем. Такое чувство, что тут люди вообще не потеют. Нету нападающих, судя по статистике, в этом клубе. Короче, я тут несколько дней побывал в Буковелево, и пусть плюнет меня тот, кто скажет, что тут нечем заниматься, кроме исконно русского. Опа. Смотри. Смотрите нас завтра. Нет, не завтра. До свидания. Берегите себя. Молодцы.